Вторая книга Паралипоменон, глава 2. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму царю Тирскому сказать, «Как поступал ты с Давидом отцом моим?» И присылал ему кедры на построение дома для его жительства, «Так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтоб возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячья и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев, и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские. И вот мои рабы пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменя 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону, «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам, «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета и из вессона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу, ячмень, оливковое масло и вино, которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков, и 80 000 каменосеков на горах, и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе.